Всем привет, мои дорогие друзья и гости канала. И сегодня с вами мы будем проводить опыт. Это у нас будет физика. Мы будем изучать физику, делать эксперименты, опыты на таких обычных бытовых вещах. Сегодня у нас будет стакан и лист бумаги. Также нам понадобится вода. Узнаем, как атмосферное давление влияет на воду и вообще, как объяснить данный опыт. Итак, наливаем в стакан воду. Не обязательно заполнять полностью стакан, можно вот, например, наполовину. Как мы видим и знаем, что сейчас, если мы его опрокинем, то наш стакан выльется. Давайте теперь посмотрим, что будет, если мы закроем данный стакан водой, данный стакан листком бумаги и перевернем. Так, смотрите, что у нас получается. У нас получается, что из-за атмосферного давления вода в стакане осталась. Только я не поняла, почему она как будто ее меньше стала. Надо было побольше наливать. Короче говоря, вода у нас в стакане есть. Решила повторить опыт для наглядности, взять просто побольше воды, потому что из-за того, что у меня вот такой вот стакан с этим ободком, получается, что не видно. Взяла сейчас побольше воды, хочу посмотреть еще один раз, как работает атмосферное давление на стакан с водой. Дубль 3, берем самый обычный стакан, наливаем не так много воды, просто для наглядности. Закрываем листом бумаги и переворачиваем. Так, смотрим, да? Вода у нас в стакане не выливается из-за того, что атмосферное давление больше, чем давление воды на стакан. И из-за этого вода остается на месте. Вот если я ее сейчас приподниму, воздух попадет. Если даже малая часть, то как это было в первый раз, оно у меня все разольется. Вот, это вот, конечно, хотелось бы показать, но вряд ли это получится. Вот, но смысл опыта такой. Атмосферное давление в воздухе больше, чем вес воды в стакане. И это объясняется этим таким наглядным опытом. Время. Я не любила физику, потому что не понимала эту науку. И на основе вот таких вот экспериментов, которые вы можете проводить дома с детьми, вы можете проявить интерес у ребенка к таким предметам сложным, как, например, физика. Также геометрия или химия, все какие-то опыты можно немножечко разыграть, сделать их в игровой форме и тем самым объяснив ребенку какие-то такие процессы, какие ему очень помогут в обучении этой науке. Поэтому я открываю эту новую рубрику для того, чтобы мы с вами, нам с вами было интересно и мы, может быть, научили так своих детей, привили интерес к предмету, и потом бы они уже с удовольствием интересовались, занимались и изучали более углубленно эти такие сложные дисциплины. Поэтому я сегодня провела вот такой вот, типа как наглядный эксперимент. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Идея молодой хозяюшки, до скорых новых встреч, пока-пока!